Хотя я уже давно занимаюсь микробами, но такие вещи меня неизменно завораживают. Казалось бы, простая вода, да, вот как кажется, совершенно прозрачная вода, ничего такого. Но на самом деле в этой воде, как будто прозрачной, живут особые микробики, которые называются псевдомонады. Псевдомонас флуоресценс, псевдомонас путида, другие псевдомонады способны флуоресцировать в ультрафиолетовом свете, благодаря тому, что они выделяют особое вещество, которое называется пиавердин. И вот вы можете видеть, что сверху, вот в верхней вот этой части, этих псевдомонад гораздо больше, чем в нижней. Почему? Потому что они дышат и они стремятся к кислороду. Это очень красиво, но еще и очень полезно для наших растений. Поэтому даже если вы видите как будто бы обыкновенную воду, а не препарат, на самом деле там имеется большое количество полезных микробиков. А этих микробиков вы можете найти в препаратах Аидис, в препарате Флорис, а также в препарате Реаниматор. Благодаря им они именно так хорошо и работают, и помогают нам получать богатый урожай без всякой химозы. Вот, смотрите, да, вот здесь как будто бы чистая вода. На самом деле здесь живут микробики, самые полезные для урожая.